Приветствую вас. Итак, на секундочку. Вы жили с парнем 5 лет и все это время ждали от него предложения руки и сердца. Все 5 лет вы от него этого ждали. Возникает вопрос. Вопрос, на мой взгляд, такой, ну, довольно логичный. А если вы жили с этим человеком 5 лет, да, именно жили с ним 5 лет, вот 5 лет вы с человеком жили, зачем? Если вы жили 5 лет с человеком, то есть вы согласились на то, чтобы с ним проводить время, вы согласились на то, чтобы отдать ему свое общество, вероятно, ну не знаю, секс, там, время, энергию, там, силы, вот. Для чего? Зачем вы это делали, если вы ждали от него предложения руки и сердца 5 лет? Если вы его, например, любите, допустим, если вы его любите, то зачем вам тогда семья и дети? Для чего? Для чего семья и дети именно вам? Для чего семья и дети лично вам? С какой целью вы хотите сами семью и детей? Именно вам она зачем? Понимаете? Вот. Складывается ощущение, что вам молодой человек, вот ваш молодой человек, да, вообще не так важен, ну, вообще, изначально, не так важен, как важно то, чтобы он сделал вам предложение, чтобы вы, ну, получили, наконец, семью. Но для чего вам семья? Зачем она вам? Какое ожидание вы вкладываете в нее, в эту, ну, в эту вот семью? Что, по-вашему, семья вам должна дать такого, что вы к ней так стремитесь? Идите вам, ну, тоже для чего-то нужны. Понимаете? То есть вот этот вот момент, он, на мой взгляд, ну, такой очень важный. И его необходимо обязательно выявить. Его необходимо обязательно определить. Потому что, на мой взгляд, то, что вы говорите, это ваша собственная нужда к семье, ваша собственная нужда к детям. Но это ваша собственная потребность совершенно не обязана поддерживаться вашим партнером, например, который у вас есть. Также у меня есть подозрение, что ваши ожидания, они нередко оказываются, ну, завышенными и так далее. Что опять же тоже является ничем иным, как вашими желаниями, таким образом реализованными. Таким образом, реализующимися
И это тоже очень важно на самом деле. Это тоже очень важный момент для вас. Далее. Вы пишете, значит, предложение не поступило. А вы говорили мужчине, что хотите семью? Вы говорили мужчине, что хотите детей? Вы говорили мужчине о том, почему вы ушли, например, от него? Объясняли ли вы ему это? То есть вот, понимаете, да, какая тонкость? Тут вот тоже не совсем ясно. То есть вы просто ждали. Вы ждали предложение от него. Вот. Предложение вы ждали, но как бы не дождали. И ушли. Вот. Но непонятно здесь, так, а насколько мужчина-то был осведомлен вообще, ну, в том, чего вы от него, собственно, ждете-то. Понимаете? Вот. То есть, на мой взгляд, это тоже важно. Так, про семью детей я сказал. Здесь нужно только, наверное, добавить, что если вы хотите что-то от семьи и детей, то с большей долей вероятности можно сказать, что вы в них, вы имеете какие-то образы. Ну, образы, грубо говоря, этих самых семьи и детей. Но на секундочку. Образ семьи и детей подразумевает тот факт, или лучше сказать, образ семьи и детей подразумевает то, что вы будете стремиться к этому образу семьи и детей. Если вы будете стремиться к этому образу семьи и детей, то вы их будете навязывать своему партнеру и, на внимание, на секундочку, своим детям. И получается так, что от детей вы будете ждать какого-то поведения. А если они не будут этому поведению следовать, если они будут вести себя как-то иначе, что будет тогда? А как насчет представлений семьи и, например, детей вашего молодого человека? Ведь у него это тоже есть. У него тоже есть представления, свои представления о семье и детях. Как быть с этим? Понимаете? А об этом вы ни о чем как бы не говорите, к сожалению. Хотя это, в общем-то, очень важный момент. Ну, вообще говоря. Вот. Поэтому тут вот, ну, вот так вот можно добавить. А дальше. Значит, он сказал, что детей не хочет, жениться тоже не видит смысла. Почему? Он сказал это до или после того, как вы ушли от него? Если он не хочет детей, то почему не хочет идти? Если он не видит смысла жениться, то почему он не видит смысла жениться? Понимаете? То есть это вот такие моменты, на мой взгляд,
которые, ну, в любом случае нужно знать. А вы это довольно-таки, знаете, так, на мой взгляд, поверхностно очень выявили. Ну, определили, по крайней мере, поверхностно достаточно. Вот. Дальше идем. Сейчас встретила парня, который вроде как хочет семью и детей, вроде как, то есть вы не уверены. Но знакомы мы очень мало, всего лишь вместе. Сейчас бывший, с которым я жила 5 лет. Да, кстати, а зачем вы с бывшим-то 5 лет жили? Ну, для чего вы с бывшим 5 лет жили? Вот. Зачем? Для чего? С какой целью? Если вы жили с целью семьи, например, да, то вопрос этот нужно было сразу поставить, что я с тобой живу именно вот с целью создать семью, например. Так получается, что вы жили с ним непонятно зачем. Он-то, наверное, думал, что вы с ним живете, потому что любите, потому что хотите этого. Далее. Вот этот вот новый парень, которого вы знаете всего лишь месяц, он вообще очень хорошо демонстрирует вашу направленность в отношениях. То есть вы готовы, значит, встречаться с любым, лишь бы только у него было желание строить семью и детей. Опять же, для меня это несколько странно. Но если у вас такая направленность, то доверять стоит этому человеку, потому что ваши цели совпадают. Так как тогда как другой человек, он одумался, скорее всего, только ради вас. Вот. С другой стороны. Если вы видите, что мужчина настроен серьезно, то какие могут быть грабли здесь? Вы пишете, бывшего вроде люблю, но боюсь наступить на грабли. А почему боитесь, что на грабли? Я думаю, что сперва вам нужно рассмотреть, что стоит за желанием, за потребностью иметь семью и детей. И уже после этого вы сможете свободно выбирать. Может быть, вы одна остаться боитесь, может быть, к безопасности так стремитесь, может быть, еще что-то. Но
желание ваше очень сильное, раз вы в течение 5 лет ждали, пока мужчина сделает вам предложение. Вот. Соответственно, если говорить о том, что вы его любите, то в этом есть также небольшие сомнения. Но опять же, именно в том смысле, что вы слишком озабочены своим желанием. То есть не потому, что вы его не любите, а потому, что вы слишком озабочены своим желанием. Так что, я думаю, сперва нужно проанализировать это, а потом уже вы сможете свободно выбирать. На этом все. Обращайтесь в личку, если остались вопросы. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго.